В области растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодня стабильно функционируют свыше 42 тысяч предприятий. В результате значительно снизился уровень безработицы. С начала года 224 предпринимателя получили безвозмездные гранты на сумму 200 миллионов тенге. Профинансирован при господдержке 141 бизнес-проект. В результате по области создано около 1600 новых рабочих мест. Доля предпринимательства в региональном ВВП составляет 12,2%. В этом году наблюдается особая активация предпринимательства в сельской местности. По сравнению с прошлым годом, к примеру, в Жалагашском районе увеличили кредитный портфель по дорожной карте бизнеса на 411 миллионов тенге. У каждого района свои особенности. К примеру, в Аральском районе динамично развивается рыбное хозяйство, в других районах – лесоводство. Не могу сказать, что они плохо развиваются. По сравнению с прошлым годом, каждый район вносит свой вклад.